Добрый день, с вами Ренат Закиев, компания Wedding Press Lighting. Сегодня я хотел бы вам рассказать о нашем новом реализованном проекте. Это архитектурная подсветка для гостиницы «Думан», город Астана. Архитектурная подсветка динамическая, сделана с помощью управляемых монохромных пикселей PQ-130. В общей сложности их было использовано 6000 штук. 18-этажный гостиничный комплекс «Думан» располагается в Астане на левом берегу реки Ишим. Для архитектурной подсветки комплекса были использованы управляемые монохромные пиксели PQ-130, а расстояние между пикселями выбрано 1000 мм. Управляются пиксели с помощью 4 контроллеров CS8. Благодаря этому на фасад возможно выводить монохромные изображения и анимацию. Сам гостиничный комплекс хорошо заметен на ночном виде города. Его видно в радиусе 5 километров из разных точек столицы республики.